Локал включу. Кстати, музыка чем-то с первых аккордов на Папая похожа. Еще есть игра Бен. Страшно подумать, что она из себя представляет. Да, это он не Галаксиан какой-то драный. Какая-то хрень летит. Что? Куда? Чего? Почему? Остановите землю, я сойду. Ай! Паук зацепил меня одним пикселем. Бывает в жизни огорчение. Паук, сгребись, пожалуйста. Тебя здесь не рада видеть. Так, 20 тысяч очей. Тихо. Блин! Сраная хрень, летающая по сраной траектории. А-а-а! Паук прям вообще. Четенько сработал. А, вас уже по двое. Зашибись. Великолепно. Много говна на экране происходит. Согласитесь. Очень много. Game over. Ай-яй. Ай-яй, ладно. За полчаса не пройду, потом как-нибудь. Черепах, ну, четвертых, третьих я проходил. Вторых и первых я недолюблю, если честно. До них дойдет дело когда-нибудь. Не знаю, в каком будущем. Не в очень скором, прямо скажем. Поэтому уж извините, будет трешачок. Так, сейчас будет лететь всякое говно на меня. Ой, что я нажал? Я не хотел. Паук, ты задолбал. Кыш отсюда вообще. Вот паук. Человек, блин, паук. Зашибись. Что еще скажу насчет этого? Что-то странно уж, блин, японцы топят-то за экологию. Какого они хрена, хочется спросить. Может, это фейк? Что? Что происходит с экраном? Что с ним происходит?
Блин, я чувствую, полчаса моя психика это не выдержит. Это не дигдак. Дигдак приятнее был. Уже 11 раунд, но у меня жизни-то ни хрена нет. Что это такое? Что на меня летит? Какая-то машкара драная, сраная. Кыш, блин. Два паука, зашибись. Всю жизнь мечтал. Уже по три. Вы, блин, уже охренели. А! 14 раунд, кстати. Шансы есть пройти это говно. Пауки, вас очень много. Я все понимаю, конечно, но вас очень много. Прям вот охренеть сколько. Так нельзя. Так, последний раунд. Естественно, какое-то говно опять летит. И пауки скачут просто как лошади. Ну, как тут, блин? Сейчас, подожди, дочитаем. Все, прошел нахрен. 17 раунд, все. Ладно. Даже 17 раундов прошел, все, хорош. Нулевая жизнь есть, да. Ладно, игра перестает быть адекватной. Мы поняли. Ох, елки, елки. Вот это да, это уже прям дудун патчи какой-то нахрен. Что происходит? Жопа какая-то происходит. Все, хорош. Так, на сегодняшний день возникших каких-то факторов развития страны является демографический вызов. О, еще жизнь! А я тут уже новости, то, что я чат читаю. Сейчас, как вы понимаете, тут явно не до чата. В силу объективных демографических трендов, в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению. Ну, блин, им и размножаться-то особо некуда, если уж на то пошло. Поэтому, как-то так. Да. Одна из самых быстро пройденных игр. На сложности Б даже не просите, я не буду в этой игре. Ну, блин, очень жаль. Не, ну то, что численность населения РФ будет снижаться, это понятное дело. Так, ладно, я локалку завершу.